Ну что, мои кошечки и котики, закончила, завершила я свой шопинг. И тогда, смотрите, что я купила. Целый-целый пакет. И смотрите, какая красота. Весенняя красота. Даже, вы знаете, женщина, которая на кассе стояла, говорит: боже, какой красивый у вас натюрморт. Говорит, все покупают там что-то, чего-то. А у вас такая одна зелень, такая яркая, красивая. Меня настраивает на весеннее настроение. Купила петрушки-сельдерюшки и купила свеклы. И она с листиками вот такая, знаете. Вот, хочу себе сделать оздоровительный сок. Забыла, знаете, что купить? Морковку. Вот сейчас сижу, думаю, морковку забыла купить. Ну ладно, посмотрю себя в холодильнике, может, она у меня там где-то есть. Значит, сделаю себе такой сок из этого всего. А что останется? Половина, я думаю, может быть, сварю борщ. Давно я не ела борщ. Вы знаете, борщ очень вкусный получается даже без мяса. Мясо не нужно использовать, просто вот овощи. И очень-очень вкусно получается. Так что вот на этой веселой, вкусной, зеленой волне я буду завершать сегодня свое вещание из Пенсильвании, из городка Вискосвилл, который находится между Филадельфией и Нью-Йорком. Я на этом с вами не прощаюсь, а говорю до новых встреч и бай-бай. Хей-хей-хей, мальчики и девочки. Сегодня Кэт хочет поделиться с вами своими интересными делами. Смотрите, что я приготовила. Это у меня вот такая вот очаровательная, волшебная кастрюлька с золотым содержанием. Это у нас все органик. Здесь у нас сельдерей, петрушка. Это у нас... Вы поняли, да? Как это называется? Селери. Селери, морковочка. Я люблю киви и зеленые яблочки. Я это все замочила на 10-15 минут в растворе вода и уксус, чтобы хорошенечко это все помыть. И сейчас я буду делать сок. Смотрите, нашла свою соковыжималку от Black Decker. Сюда поместила пакетик, чтобы потом было легче все это убирать, чтобы это все не разлеталось. Значит, сюда мы будем закладывать наши овощи и фрукты. Нажимаем кнопочку. Вот сюда вот у нас будет выливаться чистый сок. Вот в этот контейнер. Вот он. Так, а сюда у нас будут уходить все остатки. Остатки, как мы их назовем, да? Whatever it is, да? Я даже не знаю, как это по-русски называется. Вот таким образом я начинаю здоровый образ жизни и питания. Кому интересно, оставайтесь со мною. Ча-ча-ча. И вот наш уже процесс кипятится, пузырится. Смотрите, вот такой сочек. Это у меня уже первая порция. Смотрите, готова. Вот столько получилось. И сейчас последний момент. Готовы? Осталась последняя кивка. И мы уже готовы, смотрите, вкуснейший, наиполезнейший сок почти готов. Вот так вот мы делаем вкусный, полезный сок для оздоровления организма. Как вы сами понимаете, все ингредиенты, которые здесь присутствуют, богаты бесценными витаминами и минералами, которые необходимы для нашего организма. Ну вот и все. Процесс завершен. Меня буквально заняло это, ну, где-то 10-15 минут не спеша. И я добавляю вторую порцию. Посмотрите, какие краски. Посмотрите, какие краски. Боже, сама природа это все создала. И еще плюс с пенкой получилось. Смотрите, как красиво, уже вкусно. Боже, 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 посмотрите. Обалдеть. И
И вот наш целительный сок готов. Ну не красота ли? Посмотрите. Боже, 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 боже. Мне прямо хочется ложечку взять, прямо ложечкой это все скушать. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравился маленький эпизод из моей жизни. Вы подсмотрели, чем я занимаюсь на досуге и что я пью. Заходите еще, кому интересно. Спасибо, что вы были со мною. А это была всегда ваша Кэт, которая живет в Америке, где-то там между Нью-Йорком и Филадельфией. Bye. Cheers.